протяжении многих лет. Я вставал перед холстом, я отключал свой телефон, я закрывал свой дом, и я черпал воображение. Но было в скважине сухо, я получал Ван Гога сухом или Ван Гога без уха. И в переулках подсознания я искал тот самый цвет, но понимал, что в мироздании такого цвета нет. И холст залит рабочим маслом оставался на полу, а я размазывал палитру по оконному стеклу. И вдруг выскакивала правда из заперти на свет, и каждый немошедший рад был мне и улыбался мне в ответ. И я был искренне счастлив, но скоро понял, не пруха, я просто был Ван Гогом сухом или Ван Гогом без уха. Подходя к холсту, я открывал в себе планеты и простую красоту. И взглядом уходя на юго-запад, с Венес-Бич, я понимал, что мир в лапах, искусство в стиле кич. А в это время шла Майя по осеннему воздуху. Она сказала мне: не клянчи у себя самого, ты умираешь, слагаемая, меняя местами. Твое сознание и есть твой надгробный камень. Если правильно выспаться, если верить честно, и если мыслями-мышцами направиться вглубь неизвестного, там появится высшее проявление Бога, там, где раньше лишь высохшее было ухо Ван Гога.